то ей живем рыбку. Мохнатые, вон, видишь, какие? мохнатые. Вот кедры. Кедры. Ну, ему же смолы надо. Красота. Понял, нет. Какая. Мы же вот у вас здесь переплыли. Да. Опку все сделаю. Не знаю. Ну, конечно, поедем. Вот. Тут будем выживать. Чайник. Чайник должен тут. Вон он, чайник. Флаг. Вон он. О, какая. Приступим сейчас к постройке шалаша. Вот это был. Вот обживается. Кедрушка стоит рядом с нашим шалашом. Постепенно поставили стоечки, рогатины тут раньше. Вот. Потом поперечины, продольные, стол. Ну, старичок, вот лесовичок трудится. Кругом тайга, воздух чистый. Питанциды. Че, Федорович, дело движется? Пойду за этой. Угу. А чего я уже? Молодец у тебя, махом. Молодец. Ну, опытный, что говорить. Таежник. Наш костер даже никто не трогал, да? Так он так остался. Ну. А мы сюда приехали обмыть. Эх, красотища какая. Вон туда. Давай. Ну вот. Ищем рыбное место. Корни нанесло. О. Тяжело обойти некоторые места. Сгнил, да, уже? Сгнил. Понятно. Вон туда загляни. Вниз, вон туда в щель загляни. Кто здесь? О, головхватина. Хорошая кедра, наверное, кедрушка. Корни какие. Тут осторожненько надо. Вот и по ней, наверное, или не пройдешь, да? Поверху, ну. Ну что, лапки так чьи. Вот они. Понятно, чьи. Лапочки. Вот так они идут. Вот. Понятно, кто живет. Это не береза. Вот капы. Тут вон на пихтушке какие наросты. А тут вот они. Эти капчики. Одна береза на 5000 такая. Рукоятки красивые. Ценится очень дорого. Вот хороший. Видите, с руку. Вот так смотрится. Можно отпиливать капы. Такой. Вот такой. 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 Ну и есть большая вероятность, что дальше тоже будут. Каповые тоже березы тут. Красота какая. А вот. Ух. Да. Эх. Че ты, че там? У тебя это. О, смотри. О! Вот он, харюзишка.
Вот он, красавчик. Вот он. Красивый. Засекся. Ну да, как бы хватает, не хватает. Давайте посмотрим. Вот плавничок у него. Плавничок хватает на губу. Не знаю. Ну вот, не могу даже отцепить. Но крючки хочу проверить. Как бы первый раз мы взяли их. Вот, если мелкий, видите, уже не войдет. А тут вот, видите, насколько он. Давайте посмотрим. То есть получается шестерка, вот, как минимум. Шестерка. Ну вот, чтобы рыбка не мучилась, палочку берем. И, ну, вот так вот. Сразу и убиваем. Так рыбе будет проще. Так, 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 так. Надо подобрать маленько. Подобрать надо. Подберем. Подберем. Так, ну кто там у нас? Есть там рыб? Нету? Ну-ка давайте. О! Вот он. Вот он рыб. Вот он, красавчик. Что взял, какую взял? Взял у нас, видите, вот такого цвета. Засекся. Засекся хорошо. Все, засекся. Губу почти полностью. Тут, видите, жалом надо. Не... чтобы оно высокое было, иначе губу не пробьет. Вот. Давайте его снимем сейчас, на баночку посмотрим. Вот такого цвета она, с головкой. Видно, крючочек, все. Вот. Ну и достойно, как гудаговский. Вот. Чтобы рыбка не мучилась, конечно, ее надо усыплять. Ну, это уж... Ну вот, все готов. Наш хорезок. Подсекай, подсекай, давай. Все, ходом, ходом, ходом. Да ты что, уходит? Ты меня застегни. Да, да, давай, давай. Опа, опа. О, о, какой черный. Так это черный. Черный. Видал какая, видал какая? Черный. Вообще ничего себе. Вот это да. Да-то таймень, по-моему, не? Таймень, таймень. Давай, давай, черный, не черный, давай. Черный таймень. Во-во-во-во-во-во. Ну долго, долго. Такая рыба, такая добрый, рыба. Добрый, добрый. Таких в лед надо вытаскивать. А там мало чего? Вот она, смола кедровая. Вот этот кусочек уже пойдет. Вот клюют только пока. Сучки, видите. Опять, опять. Давай, тяни его. Нифига себе. Ого. Иван, оборвешь, оборвешь потихоньку, потихоньку. В воду выводи его. И обманки там посмотри. Там обманок, наверное, куча. Ну, вот отчаянно. Ну вот, полностью обошли. Иван, ты теперь, ну. Ну-ну. Внизу речка. Да, да, да. О, бурелом зашел. Бурелом. О, и на чистенько. Иван, Мишка любит такие места, представь. Как тут трон, да, все видно. Да, да, да. Накушался,
и лег на такой вот. Но он как. Ломал? А, ну. Хозяин ломал, кто ломал? Кто тут еще ходить может быть по такому чепыжнику? Видишь, ему тут, я и говорю, вот такие места и поворотные. Для медведя очень хорошее место лежать. А? Да, да, а Ваня так на самом деле есть, я тебе серьезно говорю. Ну тут что-то вообще бурелом пошел. Наверное, надо это. А как мы сюда ниже? А только здесь же. О! Ого! Ого! Вот, а я вот сделал вот так, оп. И вообще как будто так и было. О! О, мишки! Хорошо. Лег вверх вот так. Ну, желательно, чтобы кормовая база поближе была. И ручеек чистый. И тогда вообще класс. А? А, ну да. Да. Вот где, вот тут. Ну да, да, да. Тут уже под низ надо. Под низ все, Ваня. Ой, чисто. Могу стоять, смотри. Неудобно. О, реке сходим. О, на месте. Цветочки. Ну, это не лобелия, а лобелия в прибрежных зонах растет. А это весенний. Пьянка их цветочков. Вот такие они красивые. Ну, как вот тут? Есть, перешагнуть можно. Нормально тогда. Это длинноногим. Длинноногим тут рай, да? Ну и ноги можно сломать. Легко. А коротконогий, хоть и не перешагнет, но он ножки себе не поломает. О! Ух ты! Фу. Ты видишь капа? Вот они капы. Вот они. Белых цветков сколько. Вот они. Вон они. Осинечки. Идут и идут. Вон они, цветочки вот эти. Вот они такие вот такие. Такие. Где он там? Не вижу. Вот он. Поденка или кто? Вот такой. Крылатый. Ва! Черный! Так, ложи удочку, нормально ложи. Да ложи, все, ох. Ну, Иван, вот это черныш. Вот это борьба была. Вообще класс. Да, молодец. Ты его победил, адреналином получил. Да? Черныжка. Это хороший, хороший. Он какой. Эх, эх, плавник. Маленечко в сторону отведи, вот так. Не-не-не, ближе, ближе к лицу.
О, вот так. Эх, какой красавчик. Вот это да. О, огурцами пахнет. Офигеть, офигеть. Огурцами, чисто огурцами. О, какой запах. Кушай да кушай. Отдыхай да отдыхай. Скала. Белая. А что такое да белое? Давайте приблизим, посмотрим. Ну вот. Как будто кто-то красил, да? Непонятно. Какая она. Речка. Береза тоже капала. Но она не капчики. Ну, Федорович, как так? Как так, Федорович? Вид шалаша полностью сделали. Вот такое. Вот так вот. Потом решил уже удочку настраивать. Динку жду. Вот так вот. Видно, я слепой вам. Вот. Пленочку наложили. Пленочку наложили. Вы меня переживаете? Трюка. Трюка. Вот. Чаек кипятим. Столик сделан. Ну вот, в такой природе он. Красивый. В этот раз, Федорович, не засняли, да, как флаг-то снимаем. Да нихуя, бля. Чаек. Дрожь, блин, натаскал. Молодец. Нам сказали эти парни. Не видите, парни. То ей живем. Рыбку, сагудак, сагудачек, чай. Слив за... Ну, пока. Спасибо за рыбу. Да-да-да. Пока-пока. Кукушка кукует. Будем вязать обманки. Что же делать? Потом заготавливать дрова. И чай поставить надо. Жар имеет самые угли. На этого надо. Надо. Вот так. Вот так вот. Вот так его пустите. Вот так вот. Ну, на берегу. Привяжем вот такую обманочку. Ну, видите. Крючок жала. Вот это все высокое, чтобы губу просечь. И довольно это шестерка и выше. Не меньше. Чтобы хорошо зацепился харюс. Так, ну вот груз. Вешаем манку, значит. Чтобы она у нас была вот жалом кверху вот так. То есть от груза. Вот так вот будет все. Жалом кверху. Чтобы так получилось у нас. В петельку просовываем. И жалом кверху выносим. Вот так вот. Так получается. Так. И пошла она. Так. Ну вот проверяем, видите. То есть у нас крючок, когда подсечка будет, вот подсечка, он будет у нас вот цепляться вот так. Видите, сразу засекся. Рыба. Правда, он должен еще быть выправлен наружу, поэтому можно поводки, которые с памятью, потянуть, чтобы она вот так была от лески. Не внутрь лески, не внутрь лески, а от лески основной, от основной лески. Вот так вот. Ну вот, красивенько сейчас висит, все четко играет. Начал накрапывать дождик. У нас шалаш готовы. Вовремя мы все успели сделать. И это хорошо. Вот и обманочки навязали, пока пили чай. И это ножничками. Сейчас пазу. Такими вот. Оп. Чтобы сколько нужно, столько подрезать. Все вот так вот. Надо еще. Вот. Красивенькие. Вот такие вот. И вот куда она упала. Теперь уже не видно. Это вот все она четко.
Это примерно спичечный коробок получается. Спичечный. Ну, сантиметров 10-5 по дочке. Смотрите, как хорошо. Взяли мы с собой шпальшвейлер от медведя. Но когда он на меня побежал, получилось как, что шпальшвейлер остался. Вот так держим. Эту дергаем. Кольцо. За кольцо дергать должны. Но как всегда, перед самой опасностью мишка получился у нас. Шпальшвейлер остался в лодке. Ну, вот такая вот штука. Ну вот как смотрится наш быт. Вот так и все. А так бы вот, если бы мы шалаш сейчас ставили, то земля была мокрая. Мы спали на сыром. А так хорошо, видите. Шалаш возвели, тут сухо. Спать будет комфортно. Дождик. Все спрятали под высокие, могучие ели, пихты, кедры. Да. О! Да. Какие. Черный дым, черный. Вообще, куда уходит? Вообще. Ел сразу. Чаёвничек. Это первый день рыбалки на Харюза. Всего мы прожили 10 дней. Либо смотрите все видео, либо смотрите второй день рыбалки есть. Ссылка будет в описании. Уха готова. Ну где-то я синяк.